Повышаем рейтинг. Итоги курортного сезона 2018 года в Крыму дают повод для радости. Но на самом ли деле полуостров так популярен среди отдыхающих, что они закрывают глаза на недочеты в курортной сфере? Это обсудим с Вадимом Волченко, министром курортов и туризма Республики Крым. Вадим Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Так, 2018 год, он действительно побил все рекорды. Но как удержать планку и количество, и качество туристов в 2019 году? Хорошее начало у вас было, то, что закрывают глаза. На самом деле в Крыму, ну, как и в любом регионе, есть сильные стороны, есть не очень сильные стороны. Если говорить о 2018 году, да, то это действительно рекорд за постсоветский период. 6,8 миллиона туристов мы получили. Новогодние рождественские праздники порядка 200 тысяч. Таких цифр не было в Крыму, ну, по крайней мере, очень долго, а может быть даже и никогда. И сейчас вот в качестве эксклюзива тоже мы идем с превышением по отношению к 2017 и 2018 году сейчас порядка 40-45%. Это, ну, очень здорово на самом деле. Мы понимаем то, что безусловно, логистика, мост, терминал аэропорта, но и ценообразование в том числе играет роль. Повышение качества сервиса, оно идет не так, как нам бы хотелось быстро, но все-таки это происходит. Самый мощный драйвер, самый мощный стимул в этом смысле – это, конечно, конкуренция. То есть, чем больше будет официальных, хорошего качества гостиниц в Крыму, тем выше будет уровень сервиса и, соответственно, ниже будут цены. Ну, просто законная экономика. Кстати, вот прогнозируют повышение цен на 5-10%. В грядущем году. Вы согласны с тем, что такое возможно? Покажите на него. А вот пишут всякие разные в интернете. Ну, не знаю, кто это прогнозирует и как. На самом деле мы отмечаем снижение стоимости отдыха по некоторым позициям в Крыму в сезоне 2019 года на 7-8%. По ряду позиций цена осталась на уровне прежнего года. При этом мы понимаем то, что мы говорим о бронировании сейчас и вот на ближайшее время. Если спрос будет, то мы надеемся, что он будет очень большой. В июле-августе цены, конечно, подрастут. Поэтому, если вы хотите забронировать отдых по доступным ценам, лучше это делать сейчас, ну или так до мая месяца. Вадим Александрович, ну я бы понял, если бы вы сказали о повышении, да, вот чем это обусловлено. То есть да? Вы не рады? Нет, безусловно, но тем не менее, да, если бы было повышение, это понятно, это тарифы, это, опять же, возможность, необходимость добраться до места отдыха и прочее. А с чем связано вдруг удешевление? Чего вдруг дешевле? Ну, смотрите, во-первых, все-таки увеличиваются вот те самые логистические возможности. Это же не только в смысле приезда туристов, но и в смысле доставки грузов, например. С запуском железнодорожного сообщения мы уверены, что мы получим большее количество продуктов, продуктов питания, товаров, строительных материалов по более доступным ценам. Все это закладывается в себестоимость. Ну и плюс конкуренция, она самая. А все-таки она, безусловно, существует и между отелями, и между регионами в Крыму, и между другими регионами. Так что это работает. Ну, а увеличится ли количество отелей в этом случае? Да? Я имею в виду, вот вы говорите о конкурентоспособности. Да? Действительно, чем больше предлагает рынок услуг, тем, наверное, они в какой-то степени дешевле. У нас планируется увеличение средств размещения? У нас планируется увеличение количества средств размещения. Мы это планируем уже много лет. В этом году, слава богу, приходим к тому, что это реально начинает происходить. Вы знаете, то, что 5 туристических кластеров. Смысл их в том, что инфраструктура подводится, создаются инвестиционные площадки, на них должен приходить инвестор. Мы можем сказать, то, что в этом году, вот с конца прошлого, с ноября и вот в начале этого, реализуется уже проект в Черноморском районе. Оленевка, большой автомобильный кемпинг на 500 номеров, на 1000 человек, на месте которого в ближайшее время появится и отель на 1500 номеров. Это уже большие отели на самом деле. И это все происходит очень быстро. То есть 1 мая, я надеюсь, что мы будем открывать этот кемпинг уже. И таких проектов есть несколько по Крыму. Получив несколько тысяч дополнительных номеров на территории республики, хорошего уровня, уровня 3-4 звезд, мы поменяем ценовую ситуацию в принципе на полуострове. И плюс это, безусловно, сработает еще и против тех гостиниц, мини-гостиниц, которые будут оставаться в тени. Потому что доступный отдых хорошего качества, легальный, пользуется спросом. И это нужно понимать. Ну вот Оленевка яркий, но в то же время скорее исключение из правила. Пример? У нас несколько исключений еще впереди, вот в течение этого года. Но тем не менее, вот едут условно с детьми, Евпатория, да, отдохнуть так по-мажорски, это скорее всего Ялта. Ялта в принципе, да, возможность, наверное, вспомнить свое прошлое курортное людям, которые еще в советское время приезжали сюда отдыхать, да? Ну не только в Ялте. А что делать? Что вспомнить? Согласен. Если вы были детьми, да? Что делать каким-то небольшим курортным поселочкам? Как их развивать? Чего не хватает им? Рекламы, каких-то пиар-акций? Ну, во-первых, база размещения, легальные, уровень сервиса. Причем это не обязательно должен быть очень высокий. Мы понимаем, то, что премиум-сегмент у нас заполнен в сезон на 100%. Им
там есть еще куда развиваться. Но средний сегмент, он также очень затребован. Затребован в России, доступный отдых, затребованы за ее пределами, но мы будем надеяться, что иностранные туристы тоже у нас рано или поздно появятся. Если же говорить о любом населенном пункте, ему нужно создавать поводы для приезда туда. Если мы июль-август прошлого года получили практически 100% загрузку практически везде в Крыму, то мы понимаем, что для того, чтобы приехать туда в июне, вообще весной и осенью, нужно понимать, зачем туда ехать. Для этого нужно создавать какие-то поводы, возможно, событийные мероприятия, обустраивать объекты показа, заниматься экскурсионной деятельностью. Вот простой пример. Мы общались в мысовое, если я не ошибаюсь, поселение Щелкино, рядом Ленинский район. Задали вопрос, что вам нужно для того, чтобы подтянуть сюда отдыхающих? Ответили, аквапарк. Окей, аквапарк. Какое время он будет у вас работать? Ну, июнь, июль, август. Что у вас в это время с загрузкой? А загрузка великолепная. Зачем вам аквапарк? У вас и так хорошая загрузка. Он вам нужен или крытый, либо вам нужны другие объекты, ну, например, там рыбные рестораны, потому что с рыбой-то мы понимаем, в Азовском море все хорошо, для того, чтобы отдыхающие с Крымского моста могли свернуть, а с Таврида это буквально 20-30 минут, да, и вы в знаменитом рыбном ресторане на мысе Казантип, например. Такие вещи нужно создавать, и это задача, ну, не только Министерства курортного туризма, но и местных предпринимателей, местных властей, потому что это доходы непосредственно в муниципалитеты, и это благосостояние каждого крымчанина, потому что в туризме в Крыму, наверное, каждый так или иначе. Согласен, что нельзя обойтись исключительно природными, какими-то историческими или археологическими достопримечательностями. Здесь нужно создавать события, если мы хотим в большей степени хотим привлечь туриста. Хороший выход — это всевозможные фестивали. Сейчас их в Крыму стало больше. 2019 год фестивальный. Каким он будет? Что запланировано? Ну, также запланировано порядка 200 мероприятий разного уровня, безусловно. Есть большие, есть совершенно новые. Вы знаете, то, что расширяется музыкальная палитра в Коктебеле в этом году, причем крайне своеобразно. Это будет такой вызов. И, насколько мне известно, даже кроме музыкальной составляющей, там будет еще литературная составляющая. Одно из ведущих издательств российских выразило желание принять участие в рэп-фестивале в этом году в Коктебеле. Будет большое совместное открытие для всего юга России сезона в конце мая, в начале июня с яхтенной регатой, с стартом официальным большого проекта федерального туристического «Золотое кольцо Боспорского царства». Мы знаем, какое большое количество артефактов, объектов показа, объектов культурного наследия связано с античным наследием, а это общемировое значение имеющее наследие. И мы думаем, то, что и иностранные туристы тоже, ну, так или иначе этим, безусловно, интересуются. И, в общем, иностранцы тоже попадают в Крым. Не так много, как бы хотелось, но у нас есть и внутренний рынок. В России путешествуют в отпуске порядка 50 миллионов человек. Нам есть за что бороться. Ну как же иностранцы попадут, если у нас загрузка 100%, да, наверное, средств размещения в Крыму? Прекрасно попадут осенью и весной. И, кстати, загрузка осенью и весной для ательеров дает им возможность, ну, не стараться заработать все сразу в течение 2-3 месяцев в году. И, соответственно, снижать цены и в июле, и в августе, потому что они понимают, что у них есть загрузка и осенью, и весной. И, соответственно, рентабельность по году у них вырастает. Владимир Александрович, понятно, что загрузка официальных средств размещения, да, она хорошая, будем говорить так. Хотелось бы лучше, на самом деле. Сезон может быть отличный. Сезон, да, хотелось бы лучше всегда. Но, тем не менее, есть еще такой фактор, как частный сектор, да, и не каждый себе может позволить, наверное, приехать и в лакшери отдохнуть. Кто-то по привычке едет к бабе Глаше, условно снимает там комнатку за 300 рублей. Но вот если говорить о частном секторе, все-таки удастся вывести его из тени? Или нет в этом необходимости? Рано или поздно его задавят официальные средства размещения? Послушайте, ну, во-первых, это выбор каждого, да, то есть все равно тенденция следующая. Нужно легализоваться. А невозможно, чтобы 4-5-этажное здание с площадью там несколько тысяч квадратных метров и большим количеством номеров называлось жилым домом. Это нарушение всех строительных правил. Это нарушение правил безопасности. Соответственно, эту гостиницу, это гостиница, ее нужно обустраивать как гостиницу, переводить из жилого фонда в нежилой и работать нормально, спокойно, по закону, тем более то, что возможности есть. Остается возможности оставлять и предоставлять услуги по временному размещению, так юридически это называется, и в жилых помещениях, и в жилых домах. Но там другие правила, другие ограничения. Мы серьезно работаем и с федеральными органами власти, потому что там есть вопросы крымского уровня, а есть и федерального. Пока мы некоторые вопросы не сдвинем, полностью легализация, наверное, не пойдет. Но есть еще и другая составляющая, экономическая. То есть даже сейчас крупнейшие туроператоры готовы загружать им малые средства размещения, но они могут загружать только легальное, потому что им нужен договор,
сбор, им нужен кассовый чек. Условно, если самозанятый человек, да, согласно новому налогообложению, там это порядка 4% ставка. То есть, по сути, это немного. Может человек, который сдает жилье в аренду, просто условно у него квартира, две или там в доме? Я понимаю, о чем вы говорите. Пока это существует в рамках эксперимента на территории Российской Федерации, в Москве, Московской области, Татарстане, по-моему, где-то еще. Вот этот эксперимент по предоставлению услуг, ну, по сути, предпринимательской деятельности без оформления индивидуального предпринимателя. Мы активно работаем над тем, чтобы со следующего года Крым вошел также в территорию эксперимента, а может быть, она распространится больше на территории всей Российской Федерации. Это один из методов. Другой метод – это зарегистрировать индивидуального предпринимателя и работать таким образом. Третий метод – существует это платить просто НДФЛ, так называемый, 13% в апреле. То есть все это законные методы ведения деятельности. Нужно понимать то, что турист все больше и больше обращает внимание на безопасность, на легальные и нелегальные услуги, на качество общепита и отсутствие кассового чека, отсутствие уголка потребителя. Ну, это не стимул для того, чтобы приехать вот в это средство размещения. Мы сейчас не о квартирах говорим. Квартиры тоже можно сдавать легально и так далее. Но мы понимаем, да, то, что в Крыму большое количество небольших отелей, которые работают, выдавая себя за те самые квартиры. Домик у моря, да, в 4000 квадратных метров. Но вот на федеральном уровне планировали в эту ситуацию вникнуть и в какой-то мере даже ее решить, если мы говорим о тех же хостелах, да, но вот только буквально несколько часов назад новость поступила о том, что Совет Федерации отклонил и отправил на доработку этот закон о хостелах. Вот ваше отношение к этому закону? Скажу личное отношение, да, то есть все-таки запретительные меры — это не всегда хорошо. Если говорить о конкретно чему был посвящен этот закон, он был посвящен запрету хостелов в многоквартирных жилых домах, ну, то есть в обычных девятиэтажках, либо чем-то подобном. И в данном случае речь, конечно, шла прежде всего о Москве и Санкт-Петербурге, о больших городах, потому что для Крыма это не специфичный вид бизнеса. Есть у нас нечто подобное, но этого не так много. С точки зрения юридической, с точки зрения классификации, хостел — это гостиница. Соответственно, гостиница в жилом доме быть не может. Но может быть гостевой дом, может быть малый отель, может быть услуги по временному размещению, предоставлению апартаментов, сдаче квартиры и так далее. То есть эта деятельность остается легальной. И вот сейчас в связи с отправлением на доработку этого законопроекта и хостелы продолжают существовать. Но нужно понимать то, что это все равно временный процесс. Нужно готовиться, нужно правильно оформлять документы, нужно понимать то, что если ты хочешь легально зарабатывать, то тебе нужно работать легально, соответственно. И более того, то есть, есть большое количество льготных режимов, которые позволяют это делать. Есть вопросы землепользования, там есть некоторые сложности. Вот их мы намерены решить в ближайшее время. И работаем и с федеральным центром, и на республиканском уровне по этому поводу. Ранее вы говорили об инвестициях в курортную отрасль, я имею в виду строительство новых средств размещения. Вы говорили, что нужны инвесторы. А по факту они есть или каким образом привлекаете их? Ну, инвесторы, безусловно, нужны. Мне кажется, что главный привлекающий фактор – это понятность, прозрачность всех процедур. В данный момент это, наверное, к сожалению, достигается ручным режимом. То есть нам приходится сопровождать целый ряд проектов для того, чтобы они реализовывались. То есть у нас есть поручение главы республики, и мы в соответствии с этими поручениями мы сопровождаем проекты, и они тогда действительно проходят. У нас есть большое количество процедур, которые зарегулированы, причем не только местных крымских, но и федеральных. У нас есть большое количество препонов, которые иногда создаются умышленно, к сожалению. Ну, по недомыслию или специально, знаете, в данном случае не играет роли. А интерес, безусловно, есть, и он очень большой. То есть вы видите то, что в стране туризм явно на волне. То есть это явно в тренде. Особенно внутренний туризм. Да, именно внутренний, потому что это деньги в семье. Да? Потому что становится все более модно жить, зарабатывать и отдыхать в своей стране. Это не исключает отдыха за рубежом. Да? Но возможности в России для этого колоссальны. И они очень разные. Ну, не в обиду другим регионам. В Крыму, ну и, может быть, в соседнем Краснодарском крае, они непревзойденные. В Крыму, на наш взгляд, безусловно, их даже больше, потому что есть потрясающее культурное, историческое наследие, природные факторы, да, которые способствуют этому. А дальше в наших силах, в наших всех крымчан, взяться за это и постараться сделать... И привлечь инвестора. Кстати, вот у нас достаточно большое количество рычагов, Вадим Александрович, для привлечения инвесторов. Тот же Ялтинский экономический форум, да, та же свободная экономическая зона, которая, в принципе, призвана помогать, наверное, бизнесменам для того, чтобы реализовать свои идеи здесь. Или же, наоборот, это сложность для них? Привлечь инвесторов
инвесторов, да, это такой, знаете, расхожий штамп, да, то есть инвесторы, эти самые неведомые звери-инвесторы, они сами прекрасно понимают, если выгодно, если здесь есть возможность заработать, если здесь есть возможность капитализироваться, никого привлекать не надо. То есть здесь есть действительно большой интерес. У нас есть большой потенциал с точки зрения законсервированных объектов размещения, у нас есть реально большое количество площадок, земельные участки большой площади, на которые могут прийти объекты, их нужно сопровождать, нужно находить действительно очень большое количество еще и обращений, скажем так, пустых, либо же тех, кто пытается как-то сыграть на рынке и так далее. Нам нужны действительно серьезные, нормальные игроки, для которых данный бизнес является профильным. И эффект тогда не заставит себя долго ждать. Но у нас выгодно? Да, безусловно. То есть инвестор Крыму может... по-прежнему один из самых мягких налоговых режимов. То есть есть за счет реализации федеральной целевой программы инфраструктурные мощности, которые увеличиваются. Ну, а дальше это мировая практика, когда к площадке подводится газ, вода, электричество, организуется поставка воды и водоотведения. И дальше инвестор просто реализует этот проект. У нас-то все идет с некоторыми особенностями, но мы эти особенности нивелируем. Вы говорили также о препонах, да? По сути, наверное... Показателем являются те же санкции, да, которые в какой-то степени, наверное, пугают некоторых инвесторов, в том числе зарубежных. Но даже несмотря на это, зарубежные компании в той же Эстонии, Венгрии, да, яркие примеры, они открывают бюро, которые способствуют организации экскурсии сюда, в Крым, на полуостров, в оккупированные, аннексированные, да, с оружием и солдатами внутри, где, по сути, действительно, туристы могут приехать, своими глазами увидеть мирный, спокойный, дружественный Крым со всеми своими достопримечательностями. Но, тем не менее, вот на примере той же Эстонии, да, возбуждают уголовные дела относительно учредителей этих компаний. Или, допустим, тот же Хендрик Вебер, да, который в Москве открыл это бюро, да, у него там тоже сложности в Венгрии со своим правительством. Ну, это ненормальная и неестественная ситуация, как все ненормальное и неестественное, но, безусловно, отомрет. Но, к сожалению, для этого, видимо, требуется какое-то время, и мы не понимаем, какое. Поэтому, да, нужно, конечно, понимать, то, что здесь, безусловно, рады всем туристам и всем инвесторам, и зарубежным, и отечественным, но основной упор мы все-таки делаем на инвестирование внутреннее, внутри страны, а потенциал у России в этом смысле, как мы понимаем, огромный. Владимир Александрович, наверное, к каждой дате, празднику, условно, Новый год, майские праздники, да, всегда приезжает большее количество отдыхающих. Если говорить о грядущей крымской весне, да, дате, планируется ли увеличение турпотока? Ну, планируется увеличение однозначно, и за счет официальных делегаций мы понимаем то, что здесь будет очень большое количество людей, которые сочувствуют и которые сопереживали, и вспоминают те моменты, и непосредственно принимали в них участие. Я уверен, встретим очень много знакомых, а тех, с которыми знакомились тогда 5 лет назад, и с которыми удалось прикоснуться к истории на самом деле, чем я, например, горжусь, уверен, что многие коллеги точно так же. Ну, это такой своеобразный, согласитесь, туристический поток, а вообще, вы знаете, то, что в праздновании 5-летия воссоединения Крыма с Россией вовлечена практически вся страна, практически во всех регионах пройдут какие-то мероприятия, больше всего, конечно, в Москве. И Крым также в этих мероприятиях принимает участие. Санаторно-курортный комплекс, гостиничный комплекс Крыма также будет представлен в Москве в рамках этих праздничных мероприятий. Ну, полагаю, 2019 год будет не менее, а, скорее всего, даже более удачный, чем 2018. Мы очень стараемся. Ну, насчет рекорда давайте не будем, но мы будем очень стараться, и мы понимаем то, что все предпосылки для этого есть. Дальше нам всем нужно, на самом деле, приложить к этому усилия. Всем, потому что мы все сталкиваемся с туристами, и от наших улыбок зависит то, с какими эмоциями, с какими воспоминаниями туристы от нас уедут, а если уедут с хорошим, вернутся снова. Ну, прямо сказали мою отводку, да? Ну, действительно, очевидно, что популярность Крыма, она выражается не в цифрах, а, наверное, в довольных отдыхающих, которые, число которых будет увеличиваться пропорционально росту, в том числе и нашего сервиса. Я благодарю вас за беседу, зрителей за внимание. Увидимся с вами в прямом эфире программы «Вечер Лайф» и обсудим то, что обсудим. Спасибо.